Где-то на свете есть 8-летняя девочка, которая спит и видит, как станет поступиться. Сделаем это ради нее. Ты пойдешь на этот прием, да? И ты заснешь тобой. Если кража для тебя проблема, то дальнейший разговор тебе не понравится. Ты так ничего не скажешь. Это колье. О боже, Тейлор Свифт. А нельзя просто туда пойти? Обязательно что-то красть? Да. Знаете эту женщину? Дебби Олсен, преступница с судимостью. Это она украла колье? По-видимому, нет, у нее единственное есть. Таким образом, ваша доля составляет 38 300 000 долларов. Да. Охренеть нужно. Зачем ты это делаешь? У меня не так много близких подружек. А книжный клуб это? Я решила, что это... Может быть, прикольно? Ты стала преступницей из-за одиночества. Всем бывает одиноко. Ты бы оценил.